я ще показую одну. Одну в рогатке, так. А левей за рогаткой, вот это где одно низко. Ага, в одну, куда от него? Ну, можно сказать, еще туда, на чуба, на чуба. Взад? Ну да, как бы на седьмой, подальше. Вот так должен поймать. Вот так вот. Одного вижу, взад, да, от него? Да, да, взад. Недалеко от дерева, они все видят. Вот пара на проходе. Они хорошо так расправились. Ну это хорошо, я люблю, когда куча, это как бы смерть, да, неподобна. А вот когда отдельно каждый летает, это вон хорошо. Вон они вот без ничего, смотри, вон они сейчас оттянули, как спевают. Тут видишь? Да я одному слышу. Ладно, потом ловишь. Конопатик, я видишь, умеет перестраиваться. Я с ней смотрю. Трава хорошая. Лося? Ага, две сбоку. Видишь, надошла. Лопача, сейчас хоп, чуть ее ветер, и она перестроилась. Да, перестроилась. Молодец. Да, да. Такая ветер держит. Ветерок пошел, пошел ветерок. Да. Вон, видишь, вон одно, он под проводами лезет. Вон ага. Пара, они разбиты, вот одно. Да хорошо, ладно, хорошо. Хорошо. Час голуби в полете, ребята. Так, ребята, часик, кто летает. О, конопатая. Ты в первых ее кидал или нет? Конопатую, или может во-вторых? Она во-вторых, но она себя все равно. Хорошо. Все равно, ну значит, да, да, да. Конопатая лосев, лосев, да, хорошая голубка. Не зря я ее тогда выбрал у тебя. Белая. Не зря ты ее. Да, да, да. Плохо, что плодовую я из-под нее не взял, не получил. Она была на даче, но да, ничего. Теперь вопрос дожить ей, да? Да, теперь вопрос дожить ей, да, до второго сезона. Ну, вот эти голуби меньше часа летали. Почему? Потому что я думаю, что они были кинуты во-вторых. Ну, не все, но все равно. Ну, грубо говоря, я ставлю им час. Грубо говоря. Так, ну-ка, это не Сергей Иванович, а голубка садится. Да похоже. А может, и не она. Ага, Ох, ну, аж а так. Там ветер разбили на поле, понятно. Я побежал. А где ты кидал? Где ты кидал? Там же кидал, за городком. Ну, что один по две, по-моему, сел на семью. На, по две не надо было кидать. Надо было мне с тобой поехать. Он никогда не летал у нас. Ничего, ничего. Тут такая... Черно-рыжий, да? Да. Она вообще не готова. Белую загнали, да. Да. А в куче есть стоять, чтобы в кучка ты бы не подвел? Ты кучка. Нету в куче? Все разбиты. Ну ладно, тогда. Хорошо. Ребята, голуби на второй час. Оттяжка, вот смотрите, один, а за ним там где-то еще один. Если камера возьмет. Разбились голуби. Каждый летает по одному, по два, максимум по три. Как бы так снимать нечего, когда куча, снимать хорошо. Когда по одному, не очень хорошо. Время показываю вам. На второй час пошли. Вот тройку могу поймать вам, так в оттяжечке. Ветер то подует, то вот троечка, видите, в оттяжке. А я буду тут до темна, пока месте не сядут. Вот тройку хорошо поймал, видите, 3-3-6 как минимум поймал. На второй час пошли голуби. Четыре беру, семь уже. Вот видите, четыре вижу. Четыре, пять, шесть, семь. Семь в объектив беру. Ветер поворачивается на южный. На южный поворачивается. Так, садится белая. Думаю, что это из вторых. В первых Витя вряд ли белых гонял. Ну, я так думаю. Значит, ну, хоть и из вторых, ребята, все равно часик она полетала. Видите? Ну, вторых он кидал там с интервалом 10-15 минут. Часик белая полетал. Буду снимать уже, ребята, не то, что как летает, а так, как уже садиться будут. Хорошо, потому что
снимать. Вы и так уже. Вот эта голубка этого южанского Игоря. Позвони мне, Игорю, позвони. Скажи фамилию, не стесняйся, птица твоя неплохо летит. Рубежная, у нас есть поселок Южная. Город у нас разделен на, как бы так, на две части. На южную часть и на город. И вот на южной есть Игорь, давал мне на полигон голубку. Я думаю, это с первых летает. В этой уже 1:20 есть. Так, кто еще выпадает? Еще одна беленькая. Нет, ребят, это не беленькая, это конопатый. Конопатый пур. Брежневые солдатки. Не знаю, с первых он, со вторых, ну тоже ему поставим 1:00. Может он летает и 1:20, но это же не зачет, так что 1:00 поставим сыну Брежнева. И так я буду, ребята, снимать уже на посадке. Хорошо, потому что ловить их там трудно, неинтересно. Буду на посадке снимать, если вы мне позволите. Сын Брежнева. И солдатки. Это тут много кровей. 75% крови это Пархоменко Станислав из-под Киева, голубевод. Лучший друг Игоря Мысника. На выпаде, успею поймать. Ну-ка, не успею, нет, успею. Кто? Эх, полосатый какой-то сплошной. Трудно ему, молодой, я знаю, он такой. Полосатый сплошной. Ну, 1:10, 1:10, 1:20, там, потому что две партии, ребята, но все равно. 1:00 хоть сделал, и то хорошо. Молодец. На выпаде только буду снимать, ребята, потому что голуби есть, но их там нечего показывать. Ага, что-то одна так подустала, как-то она непонятно полетела. Не пойму, кто это. Ну ладно, похоже на Игоря голубку с Южной. Ладно, пока нечего, ну как бы есть что снимать, но они по одному неинтересно. Так там стоят по одному, может и больше есть, но ловить вам не буду пока еще. И очень, ребята, мне нравится, когда голуби садятся по одному. Это вообще супер кайф. Наверное, 3:2 у меня есть такой дребчастый. То, что если это мой дребчастый или черный. У меня есть и черный дребчастый. Карапец красный. Так, потерял его. Сейчас посмотрим. Пока нет, сейчас я этого возьму. Может, это Ваня карапец. У него дырочка в хвосте. Если Ваня карапец, то хорошо, он с первых. Начинает мне этот голубок нравиться. Наверное, точно Ваня карапец. Садится на дом, его голуби садятся прямо на эту. Молодец, Ванек. Ты с первых был. Ваня Карапец. 1:25. Витя говорит, 7 штук стоит очень хорошо. Но я, ребята, не вижу. Пока весь он мне не ткнет, я не вижу. Я вижу 1, 2, а 7 не вижу. 7 не вижу. Но он придет, может, мне потом тыкнет. Увидел. 1, 2. 1, 2.
Раз-два. Но не семь, бля. Вижу голубей, но не семь. Хорошо стоят. Раз-два, три. Увидел, уже три увидел. Четыре, да, наверное, вот это он говорит за них. Стоят, ребята, стоят хорошо. Голуби, но мне их не поймать. Ну попробуй, попытаюсь сейчас. В этом квадрате они стоят где-то. Опа, поймал. А-а-а-а. Класс, ребята, поймал. Вот тут Витя видит 7 штук, ребята, 7. Я поймал, я так вот квадрат урвал и начал приближать. И потихоньку мне вошли. О, 4 уже, видите? 4, вот тут 7 их, 7. Хорошо, ребята. Ну, на такой высоте трудно. Ну, я главное вам показал. Вот Витя сказал 7. Ну, верим ему 7. На полтора часа тебя тянут. Ваня Карапец полетал 1:25. Начинает мне этот голубок нравиться, Ванин. Голубок или голубочка, ну такая. Это самое интересненькое, что у него было. И видите, и неплохое время показывает. Я люблю все-таки голубей с небольшим шармом. Вот в ней такой есть. В ней шарм есть, в этой голубке или голубка. И уже видите, уже и время более-менее показывает. 1:25 для такого полета, это я считаю неплохо. Ваня Карапец, 1:25. Поздравляю, Ваня. Хорошие у тебя голуби. Не успели, ребята, сесть голуби, как кто-то собирается самоподрывом. Давайте посмотрим, кто это. Это мысница, видите? Мы ее перестали гонять, она сама срывается и пошла. Надо перевносить тебя, родная. Так, это кто самоподрывом? Черная по одной, та, наверное, которая утром летала, знаете? У вас похоже на нее. Такая рябогорленькая голубка, которая утром, помните, отлетала? Это тоже полетала немножко. Сегодня уже. Самоподрыв начинает, ребята, видите, голуби самоподрываются. Самоподрывается, это значит без гона собирается идти в полет. Хочется мне запеть, ребята, песню. Вы даже знаете, какую песню. Вот и вырвались прямо из рук наших рук. Годы детства уходят от нас, а пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград. Вот и вырвались прямо из рук наших рук. Вот и детство уходят от нас, а пусть летят они. Нравится вам песенка? Моя любимая песня. Люблю это все, ребята, люблю. Кайфую. Я кайфующий. Мне хорошо без водки. А с водкой еще лучше. Как кто у Вицина помнит? Самоподрыв. Голубей. Ну, пойдут они, не пойдут, не знаю. Но видите, такое желание есть пойти. Ну, мысница, наверное, поперла.
На первых ее не погнали, она все равно не перебросил ей вчера, она поперла сама. Ну теперь как считать? Сейчас уже одни пошли, другие. Ну я в принципе знаю, кто первых. Так что постараемся узнать. Там семерка стоит. Вон они, видите, вот у верхнего поймал. Эти верхние трудно даже определить, так что вылетает. Оборнячка, наверное, моя горела. Эх. Их лучше снимать, когда они так садятся. Ёперный болеет. Кто ж тебя так, ворона что ли, кто это такой? Ну-ка, садись. Кто это такой? Я не помню такого, чтоб у нас был. А, все, это тоже по мыснику на даче жила. Да, я ее просто не помню. Да чего ж много мне мысник дал, вот мысник дал голубей. Дай бог, чтоб он у Батищева столько же дал. Даже Витины желтые пошли. Думаю, кто там круги нарезает? А вот они, вольерные. Видите, вольерные пошли в лед. Думаю, кто там круги нарезает? А це вольерные Витины. Пошли в полет. В общем, ребята, было много, а стало еще меньше. Поверьте мне на слово. Все небо в голубах. Видите, на разных высотах, вон, смотрите. Вон, семерка, это та, которая Витя видел. Ну, одни уже в полете час сорок в полете некоторые. Опять подрывается. Хочу посмотреть, кто. А, по одной. Опять это по одной, да? А чей это, чей не это, скажи. Фиг его знает. Ну, ребята, верхние не опускаются. К ним только нижние добавляются. Вот видите, так, самоподрыва. Также час 40, что ли? Сейчас у меня уже встало. Не может быть. Наверное, часто я смотрю на время. Стрелка движется. Мать движется, да. В общем, хорошая погода, видите, сами подрываются. Одна сбоку не готова. Не готова летать. Так, ну. В горе посмотрим сейчас, кто там летает. Верхних попробую поймать. Опа, вот поймал пару, хорошо. А, это мысница, которая сорвалась. Гад я моя. Молодец, над домом стоит, как копанная. Ладно. В общем, все небо в голубах, ребята. Это кто седая? Наборнячка. Тоже не знаю, с первых тысяч, со вторых, ну. Ладно, уже все попуталось. Там кое-кого я знаю, а кое-кого уже не знаю. Так, пытаюсь узнать, с верхних, с нижних это конопат. А, не, она уже садилась, видите? Голубка лося. Она сегодня полетала, села, сейчас опять срывалась.
Витя нравится эта головка. Хорошая бабочка. Привет, лось, лихо, звони, пообщаемся, то что-то ты забыл старых друзей, может обижайтесь на Володьку по каким-либо причинам, но на меня есть на что обижаться, не спорю, ребята. Это заморашка сама сорвалась. Надо ее тоже переводить. Боюсь, она это самое. Она уходит на те дома, где жила. Голубка, ребята, терновка, папича. Видите, у нее тоже на последних она не готовая, а в полет идет. Хорошо раскрыт хвост, плотный хвост. Хорошо поставлено крыло. Симметричная хорошая головка, есть небольшая острокрылость. Ну это у многих голубей есть. Специалист может приколупаться к любому, ребята, голубу. Это мой сплошняк. Возможно, валенки. Если это валенки, то он в первых был, ребята. В первых голубях валенки был. В первых это час 45. Посмотрим сейчас, валенки или нет, или просто сплошной. Испугался. Ворон. Я думаю, он был первых. Ну, я не кидал, не собирал, так что не знаю. Но он, как правило, всегда в первой партии. Думаю, что валенки. Вон, видите, аж видно сюда. Если что, Батищев приедет, продам Батищеву. Батищеву нужны голуби. Вот у него полет час 45. Хороший голубок. С под ущеку. Николай Ущеко. Через О. Дает кацматы голубей, потому что он брал у Тарарыева. У Тарарыева есть декоративные голуби, но и вот эта кацманогость идет от декоративных голубей Тарарыева. Николая Ивановича. Это заморашка, терновка, бабич. Рыжего бы показал, но рыжий, ребята, у меня ушел. Ушел летом, остался в ночь. Хороший был голубок Попова. Терновка. Хорошие голубей они мне, ребята, присылали. Жалею их вам полностью. Силе не показал. Ох, и куча стоит красиво. Ребята, сейчас покажу. Собрались голуби в кучку. Вот. 4. Видите, 4 прямо надо мной. Ну и так еще так. Ой, где? Прямо надо мной 4 штуки. Кто-то налетает, ребята, за 2 часа. Еще смотрим. Ой, ё-моё, с каким крылом? Как она это? Что ж у неё с крыльями, бляха-муха? Ну не пойму, это ночная охотница, а? Что она так крыльями машет, непонятно, а? Ты видите? Неужели такая манера сать? Всегда у неё как-то крылья разные, блядь, в одну сторону, так. Сразу она узнаваемая. Ночная охотница, думаю, была в первых. Час 50. Еще кто-то появился, ну не знаю, так летал, не летал, он так низом как-то. А это без головы. Неужели он без головы кидал? Не, без головы не мог кидать. Наверное, сам срывался без головы. Он еще не готовый. Он, наверное, сам срывался.
Ночная охотница гонялась первых, ну, смотрите, как крылья мафля. Кино и нет. Я думаю, ребята, это разнакрылось. Скажите, кто мне скажет? Скажите, что это такое? Конечно, у нее там и дырка в крыле, но я думаю, что это не из-за этого она так машет. Это поломанные перья. Ночная охотница. Чужая голубка. Час 50. Голубка летная. Из серии «Летные голуби Советского Союза». Ночная охотница. Час 50. На посадке. А это все без голов. Это все наглая морда. Наглая морда. Я думаю, что не летал. Он подошел недавно. Наглая морда. Я думаю, Витя его не гонял. Тоже пойдет Батищеву. Батищеву нужны голуби. Продам его Батищеву. Трехчасового голуба. Смотрю, ребята, на двойку, а выше их в два раза еще один. Вон, а, еще двое там, вон, видите? Друг на другом стоят, видите? На разных высотах. Полет бесподобный. Это прямо надо мной вот я беру. Два и два, видите, два выше. Только те в два раза выше. Или так нельзя сказать. Смотри, один на, два на одной высоте, а тот, я тут еще выше. Видите, давайте попробуем самого, подтянуть самого дальнего. Не пойму, что намного темного, видите? Думаю, что есть у меня такая наборнячка. Старая. Ух, редкая, я думаю, это она. А такая мысница была, помните, 4 в середке. Но сейчас она не гоняется, она сейчас в блатных. Это самая высшая головка. Так, смотрим, кто седает. Ну-ка. Сплошной. Это может быть по кличке Сергей Иванович. Отлетал. Сколько он, помните, за этого голубя мне давали? 2000 кто-то с россиян. И краснорябый. Ставим им, ребята, 2 часа. 2 часа эти голуби отлетали. Краснорябый. И этот самый. И сплошной желтогрудый Сергей Иванович, кличка просто Сергей Иванович. Краснорябый тоже, возможно, поедет Батищеву. Батищеву нужно 7 голубей, я присматриваю, каких летчиков ему продать. Краснорябый, возможно, к нему поедет. Краснорябый отлетал 2 часа. И сплошной 2 часа. Он появился. Эта голубка, наверное, Игоря Южная. Странно, что она боком появилась откуда-то, видите? Не с горы выпала, а как-то так с бачка пришла. Я думаю, что это она. Сейчас посмотрим. Она вроде бы и садилась, может она садилась, потом опять подымалась. Не пойму. Да, она вроде садилась. Наверное, еще раз срывалась. Да, я помню, как она садилась. С южной головка. Ей пока ничего не ставим, потому что она выпадала уже раз. Красивая головка Вани Карапец. Вот это, что мне нравится, такая 3x3. Берет, видите, моего голуба, такого как бы по масти, ну, почти подходит. Берет она. А к ней молодой хочет, видите, это мой молодой голубок. Вроде бы Памельченко по Руслану. Вот это мне нравится голубка. Ну, нравится в полете, а так она какая-то, видите, чуть рыхленькая, крыло свешенное. Да,
Так, голуби, ребята, в полете. Классно стоят. Уже 2 часа. Сейчас я подойду под этот, покажу вам. Хорошо стоят. Высота 400 метров. Я вижу их хорошо. Сейчас покажу. Так, беру квадрат вот этот. Так. О, видите, вот одно. Практически, видите, над домом. Так, кто это? Мысница, мысница, как укопанная барбузка. Она сама сорвалась. Так, у нее время небольшое. Рядышком с ней кто-то шищу. Эх. Так, 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 так. Ладно, попробуем вот этого поймать, кто выпадает. Одна сбоку. Одна сбоку, наверное. Ты нашел, наверное. Ладно. Мысница как укопанная. Второго бы, второго. Сейчас мне поймать. Собака. Ладно, ребята, ну-ка, ну-ка. Вот. Кто это? Не пойму, может быть, леший. А может, голубка-то по Сергею Ивановичу? Так она вроде бы садилась. Ладно, пока не будем, ребята, гадать. Ну, хочу сказать, что голуби 2 часа в полете. Не все, но некоторые. И вы опять в гору собираетесь. Так, сейчас я, ребята, сейчас уже 4-й час пошел. Уже 4-й час пошел. А эти опять, ребята, самоподрыв. Очередной самоподрыв, ребята. Все на ваших глазах. Самоподрыв не то, что они подрываются, а то, что они идут в полет очередной. Смотрите, все на ваших глазах. Есть погода, не надо голубей гонять. Их просто нельзя посадить. Видите? Их пять, вот они тут опять.
Быть мне, ребята, тут до темноты. И свет включать. Я же еще не мог. Кроме вас, ребята, кроме голубей, еще ж были бы какие-то лишки. Они опять, видите? Опять самоподрыв. Опять, как Баркин кажет. Опять. Опять. Надоело вам, ребята, меня слушать. А мне надоело тут, видите. Ну, не то, что надоело, но все равно. Вы устанете, наверное, меня смотреть. Ну, растяну, сделаю ролики по полчаса. Потому что опять с чего начинается родина. Мне, ребята, интересно вам верхних показать. Сейчас все-таки я покажу вам, поймаю их, что тут нижних снимать. Вон, видите, верхние, вон они, вон. Там штук 6. Вот они. Там их штук 6. Ну, нижние это тоже есть, но просто интереснее, конечно, верхние, да? Вон они, четверочка, хорошо. Эти уже, ну, кроме той мысницы, эти уже пошли на второй час, видите. Уже 2.10 у некоторых, кроме мысницы. Мысница там с ними самоподрыв. Ну, у нее, наверное, час. Это верхние. Ну, они не одни. Эта четверка держится, а потом еще есть. Кроме четверки. Чуть отдельно там еще есть голуби. Это нижние последний раз сорвались. Нежненькая голубочка, да? Нежненько так машет. И это неплохой. 2 на 2, наверное. Наверное, сумочка. Вон, видите, как одни над одними. Красиво, правда? Ну и вы понимаете, что раз над прожектором, значит, они над голубятней. Красиво, ребята, чем красиво, значит, на разных высотах. Голуби, видите, ниже, потом повыше, вон, видите, опять выше. 2 ниже, еще ниже. Еще ниже, видите, как хорошо. Садятся кто как сколько, у кого сколько сил. Вот это мне, я от этого ловлю кайф, когда голуби поднимаются и стоят в мере своих сил. Нет такой массовости, блядь. Один упал и все завалили. Красивая пятерка стоит за 2 часа, кроме мысницы. Там не пятерка, но крас. Три.
Ну, в общем, там чтоб всем. Просто камера не берет, каждый летает сам себе. Нежненькая голубочка, нежненькая голубочка. Сейчас я вот этого сниму, который тут надрывается, не пойму кто. Наверное, полосатая. Да ладно, будем сейчас смотреть. Так, кто ж летал? Начинают, ребята, опускание с тех. По одной. Знак вопроса. Мой черный по одной мой. Ну, это с первых или со вторых начинает. Да ну, потихоньку начинает выпадать. Ну вот вроде бы черный по одной садится. Большой подхвостик, наверное, черный по одной. Видишь, большой подхвостик. Это уже, ну, первые, там вторые, но все равно уже. Уже, Андрюха, кто 2,5, кто 2,20, понял? Да там штук 7-8 стоит, смотри, ты увидишь их сейчас. Они все на дому. Кто чуть вперед, кто чуть сзади. 2,5 часа в полете. 2,5 часа. Я думаю, черный сейчас попробуем поймать, как он сядет. Не, ребята, не черный. Поясай по одной. Поясай по одной. Слетай, поясай по одной. Пойдешь блатным. Такие мне на голубе нравятся. Видите, как 2,5 часа голубь отлетает, какой он садится. Это 20. Андрюха, вот это садилась полосатая по одной. Я даже не знаю, что это. Ну, наверное, по Херсонам. Слышь меня? Полосатая по одной. Вот как голубь. 2,5 часа отлетает. Видите, на юг. На крылья не может поджать. Молодчина. Летай, блатным пойдешь. О как. Вот так голуби себя ведут после 2,5 часов полета.
Красопита, красопита. Не пойму я. У меня старая есть, но старая одна, две. По одной полосатой. Сейчас летишь, посмотрим. Посмотрим на тебя радость. Так, что по это? По три, может быть, нет? Нет, это не он. Да похож такой, как... Много там. Много. А, это, наверное, сумачка вот эта, знаешь, такая? Приезжая вот эта недавно, да? Нет, это не она. У нее меньше. Даже не знаю, кто это. Эх. Похоже на сумачку. На сумачку эту, знаешь, которая не с синим кольцом. Не вспомнил, как ты мне сказал, нет? Нет. Ребята, вот трое натягивает 3 часа, но одна из них там мысница. Мысница, она позже сорвалась, так что ей мы время не ставим. Одна рябая там, ей время не ставим. Ну как не ставим, она 2 часа отлетала там, допустим. Ну, а может и меньше, она сама сорвалась. В тройке некоторые летают 3 часа. Вот смотрите, погнал я в час, а сейчас 4. Значит, и вот они там, посмотрим, я уже все голубей накормил, закрыл, и как бы можно будет потом точно убедиться, кто отлетал за 3 часа. Пара за 3 часа. Вот они. Попробую подтянуть. А ну-ка смотрим, ребят, сейчас я подтяну. Одна сплошная там. Сплошная возле мысницы. А где ж третья? Третья. Две вместе. Если пара вместе, то правее. Ага, взял. Одно белохвостое. Вот эти голуби 3 часа, ребята, уже трешка. Будем ждать. Это что, получается, 3 недели только что садится из строя? Ну, получается так. Так. Это мысница, которая сорвалась сама. Это стальная. Я думаю, это стальная садится. 3 с чем-то. 3.10 стальная. Ты ж стальную в первых, наверное, да, кидал? Да. Угу. Это стальная. И белохвостая потянула наперед. Угу, ну ничего. Чемпионка сегодняшнего полета 3.10. И одно пошло наперед. Одно прошло наперед, белохвостое. Ну ничего, завтра будем. Мы еще даже не знаем, какое, да? Одного не узнаем. Ну, еще не время, может и узнаем. Рваный хвост — это мысница, которая она сорвалась. Мысница. Желтый 9, да? Это 7. 3.10. Так, ждем еще вот этого. Один. Повернись туда, смотри, Виха. Не, я уже его аж. Он далеко. Да. Ну может он. Стальная. Это стальная. Да я так думаю, да. Это так кажется. Голову пошел, так оно вам всегда так на свет, оно так кажется. Ребята, я ошибся. Не стальная летала. Вот. Хорошо, что я не успел еще уехать. Сейчас мы посмотрим, кто летал. Не стальная. Да, небо раскрылось. На вечер небо раскрылось. Начнется, ребята, с завтрашнего дня ветра. Еще будет лучшая погода. Раскрылось небо, видите? Так, смотрим сейчас на это. Сейчас я пойду машину загонять, а Витя в
поймает мне эту. Посмотрим, кто это летал. 3.10. Не стальная.